Региональная энергетическая комиссия Омской области вновь не смогла утвердить новые нормативы на общедомовые нужды. Вопрос сняли с повестки очередного заседания региональной энергетической комиссии, которое не состоялось якобы из-за болезни председателя комиссии Олега Голубева. Чиновник был госпитализирован еще неделю назад, но журналистам об этом стало известно лишь сейчас. Напомню, с января ОДН из коммунальной услуги стала жилищной. Теперь выставлять плату за общедомовое потребление начали управляющие компании. Как итог, цифры в квитанциях выросли в десятки раз. Проблему взял на контроль губернатор Виктор Назаров. По его поручению РЭК уже 4 месяца собирает данные для расчета новых нормативов по всем многоквартирным домам. Но что-то у региональной энергетической комиссии дела с расчетами идут не очень. Губернатор обещал, что вопрос будет закрыт в марте 2017 года, а новых нормативов нет до сих пор.